Я могу. Видишь? Поехали. Поворот не показывает. Еще одна яма. Здесь уже действие знака 40 закончился. Да. Ну выходи, выходи, у тебя даже полоса. Да, это... я вижу, вижу, кажется, он заканчивается. Здесь вообще нельзя ехать 60. Надо как минимум 40 ехать, 50. Максимум. Ну, максимум. С поста еще прям вниз верни. Надо педальку только зажать. Ой, педальку. Жалко машину. Да видишь, если вот знали бы трассу, да. Так ты едешь и смотришь. Я здесь ни разу не ездил вообще. Вообще ни разу. Это в роторе у вас такие маршруты? Причем тут ротор? У нас нету такого маршрута. У нас на весь Хабаровск один маршрут, на все автошколы. Как так? Почему нас не возят? Не знаю. Почему мы с тобой ни разу здесь не ездим? Тоже не знаю. Сейчас же у нас. Сейчас у вас что? Сейчас у вас. Это же не перекресток? Конечно, не, но перекресток не регулируется. Блин, тут такая. Налево включи поворотник, поехали, пока стрелка горит. Так я же говорю. Поехали, поехали, вот. Ну. Там с двух полос поворачивать можно было. Пошла по правой, значит в правую полосу и уходи. Угу. А ты говорил на нерегулируемом, да, перекрестке? Я сказал на регулируемом. Вот мы и пошли на нем. Ты ж Т-образный. Перекресток. Вообще едешь спокойно, никто не кричит, никто не орёт. Поэтому я спокойно разбиваю бампер на экзамене, да? Чёрт! Нет, я не хотела. Я боюсь вот этих машин. А чё их бояться? Без разметки ездить. Ну ты ж как-то едешь. Ну я еду, я делю полосы пополам. Ну ты дели. Все равно страшно. Дорога вообще огонская. Я думаю,
я же забыла, что я же потерялась в двух днях. Я думала, блин, будет 3 число, будет какой-нибудь понедельник или вторник. Ты потерялась в знаках. Справа установлен знак ограничения скоростного режима. А, там 40, да? Я не видела. Ты как шла, так и шла. Ну, конечно, не видела. А здесь смотри, какой знак установлен. Остановка запрещена. Да? Дети. Прямо. Ладно, дорога. Ехать только прямо. Ну ты ж поаккуратнее по рельсам-то. Маршрут? Да. Ну ты же знаешь, что Пионерская тоже маршрут, да? Ну да, знаю. Один раз был бы это место. Это тоже маршрут. Трындец. Если завтра скажут, поехали по этому маршруту, послезавтра. Ну, значит, поедем по этому маршруту. Возьми. Да я поеду по правой стороне. Да, нам здесь налево поворачивать. Налево здесь, да? Да. На улицу Калинина. Угу. Спеши. Преждевременно ничего не предпринимай. Ну да. Сразу посмотри, что остановка запрещена, да, там? Слева. А, все, вижу, ага, 50 метров. Поехали. Сразу смотри, там пешеходов никаких нет. Нету. Так, это еще двухстороннее движение. А вот здесь уже начинается, видишь, где знак автобусная остановка. Там, ага, вижу. Там уже односторонняя начинается. Мы должны его пропустить, да? Да уйди влево, да и все. Только в зеркало посмотри. А, здесь же у нас односторонняя. Я ж только об этом. Да, 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 да. И знак какой опять проехали. Там стоянка по машине видела. 40, да? Остановка запрещена. Ну, остановка запрещена, да, я увидела. А ты сказала стоянка. Ну, крест. Крест – это остановка. Здесь мы можем, ну, едем-едем, здесь мы можем уйти на Пионерскую, но мы будем сейчас поворачивать на Запарина. Налево, да? Да. Это же Запарина или какая-то? Ну, так хрен его знает, я не знаю. Запарина, по-моему. Поэтому, если он скажет, будем уходить на Запарина, то надо здесь будет перестроиться, как мы перестроились. Uh-huh. Uh-huh. Уходим. Вот тоже у нас, смотри, установлен знак «Уступи дорогу». А здесь нас ну, куда поехала ты? Без поворотников, без ничего. Ты как пошла, так пошла бы в левый ряд сразу. Но здесь тоже односторонний? Конечно. Ты же в знаке, обращай внимание. Сюда по полосам гуляешь, вообще поворотники не включаешь. Вправо уходи с поворотником. Что я трассу не знаю, я потеряла. Так ты на дорогу смотри, будет тебе известна трасса. Ты водилки свои получишь, что ж ты будешь ездить от Большой до аэропорта, что ли? Да нет, я же... Вот. Водилки. Право.
обращай внимание на сигнал светофора. Угу. Смотри сразу, людей нет, никого. Да. Ну и смело поворачивай, значит. Тут нам нужно ехать по этому ряду, как мы едем. Потому что сверху ты увидишь за перекрестком движение, направление движения по полосам. Ну вот, вот эти, да? Стой. Если, допустим, у нас здесь главная дорога и движение прямо, то там, видишь? Да. Ну, ты про эти, да, знаки? Да. Одна полоса влево уходит, вторая уходит постоянно направо. Причем, по-моему, там по стрелочке даже. Ну... А нам нужно в прямом направлении. Вот. Если у нас везде Ленина главная идет улица, то на пересечении Волочаевской... Это вот этого, да? Да. У нас установлен знак «Уступи дорогу». Ага, на будущее, значит, если светофор не работает здесь ночью, да, ты будешь ехать, имей в виду, что вот это главное, да, что это федеральная дорога, она всегда будет главная. А дальше на Ленина везде, а сама Ленина улица будет главная, да, уже. Ты опять по рельсам, как по бульвару, а? Отпусти тормоза, поехали. Тормозить нужно, снижать скорость до, а не на. Опять подъезжая к перекрестку, ты обращай внимание, какие знаки ты видишь. 40. 40, остановка запрещена. Дети. Ну, если ты уж так прям стесняешься ехать со скоростью 40 по второму ряду, да, там будешь всем мешать, никто это не соблюдает, уйди вправо. Но это не обязательно. Ну, я в любом случае первое время буду в правой полосе ездить. Потихонечку, кому надо, тот объедет. Ты скорость превышать. Я вижу, конечно, вижу. У нас действие этого знака распространяется до перекрестка. Либо за знаком там есть 300, 200. Ну я тебе скажу, до перекрестка. Подъезжай к машине, подъезжай. Прямо едем, да? Да? У тебя даже полоса об этом тебе говорит. Что мы двигаемся прямо. Да, там третью видим. В сторону Комсомольска, Владивостока. Таблички информационные считают. Ага. Ты сюда поворачиваешь направо? А, нет, сюда. Или вот сюда, на стоянку? Там здесь тоже две полосы. Да, здесь две полосы. И, скорее всего, тот, который стоит слева от нас, он хочет поехать на магнит. Ну, на сам, туда он сам бежит. Наверх. Бордюр не въедет. Нет, она этого не хочет. Да. Здесь слева поворотник. Да, она на магнит пошла, видишь. А мы дальше по маршруту в обратном направлении. Опять мы смотрим, какие знаки установлены. Главное.
эти бегающие. Потом смотри, какой знак. Двуголовый. Ага, перестроиться, да? Не надо ничего перестраиваться. Куда полоса уходит? Вправо. Вправо, да. Ты как ехала, так и ехала. Теперь сверху у тебя знаки движения по полосам. Угу. По полосе, правильно. Уж как хотите. Обзывайте их, но главное выполняйте. Гуляй по всей дороге. Всякие эти препятствия. Ой, здесь мы 10 раз чуть не приехали. Это была такая жесть. Это была какая жесть, знак какой проехали. Вот, и вот и я не знаю, да? Нет. 40, да? Можно в поле чудес обратиться к Якубовичу и угадывать по буквам. Нужно же смотреть. Там плита, да? Ямочная. Еще тормози. Вот так хотя бы. Вот. Что ж вы как на танке все. Посмотри, здесь указания, да, указатели. Ага, на Комсомольск-Биробиджан, поселок Горького, Владивосток направо, прямо. Ага. На Биробиджан поедем. Биробиджан поедем. Да, на Биробиджан поедем. Поехали в Биробиджан. Соответственно, начинается железнодорожный район. Он справа. Ага. Ограничение скоростного режима. Ну, получается, на Южно-Портовую ты сюда попадаешь. А на Биробиджан ты смотришь опять указатели. Угу. И что ты видишь? Нам сворачивать вправо. Для чего они вот эти все стоят? Комсомольск прямо, Биробиджан направо. Когда ты эти знаки все видишь, ты всякие информационные, ты как бы уже подготовленный. Помни, если нам скажут ехать здесь в центр, uh-huh. в центр города, ой, в центр, на проспект, uh-huh. на Сингапур, это все вот на Биробиджан. Надо искать указатель, не заблудиться. Сингапур, Биробиджан. Ну, Биробиджан в какую сторону? Знаешь? Нет. Ну, вот тогда ищи таблицы, эти щиты. Откуда приехали, ага. сюда и выехали. Ага, все. Знак ты какой да, видишь? Уступи дорогу. И еще что ты видишь? Знак одностороннего движения, да? Да. Ну, движение куда в плане? Прямо. Ну да, прямо. Прямо у нас забор. Выезд на полосу, ой, выезд на дорогу с односторонним движением. Не вижу. Не видишь? Поехали. Надо перестраиваться. Нет, я не перестраиваюсь. Надо перестраиваться, а то мы опять на Ленина уедем. Теперь ты поняла, да? Угу. Куда по этой полосе можно уехать? Так-то я, в принципе, поняла.